Осенью вода прозрачная, прозрачная. Итак, всем привет! Сегодня мы с вами гуляем в старой пойме Васильевского ручья. Прекрасные здоровые дубы, за мной там дальше дендрарий. И я хотел бы сегодня говорить с вами о моем новом наборе по выживанию, потому что я вас до этого очень много обманывал. Вот на этом живописном пне давайте его и разложим, посмотрим, что же у Саши в рюкзаке. Вообще место красивое, мне здесь нравится. Я теперь сюда буду приходить обзоры делать. Итак, вот такой вот мешочек вмещается в руку. Меньше килограмма весит, а может килограмм. Давайте его разберем. Почему же я вас обманывал? Потому что я показывал свои наборы, но не показывал то, что лежит у меня в карманах. А там лежит довольно много интересного. То есть вот я продолжаю это все извлекать. У меня отдельно в кармане лежит вот такой вот фонарик. Пока такой, скоро придет поинтереснее, сделаю обзор. Мой любимый нож. Вместо обычного полотенца я беру британскую вот такую вот бандану. И ей сделаю как вот как пробку внутри этого мешочка. Я посмотрю, сколько он у меня протянет, но я его кидал в воду со всем содержимым, он не тонет и не промыкает. Отдельно в правом кармане у меня маленькая ИППшка и вот такой вот набор. Это аптечка моя на случай похода. То есть это лежит всегда со мной. Да и этот мешочек я тоже буду раздербанивать и раскладывать по подсумкам, если я начну какой-то поход, движение. То есть я его оставлять так не буду. Это он у меня лежит в сборе в машине. Я его кидаю в лодку. А когда у меня начинаются какие-то движухи, то есть я это все разбираю. Итак. В нем у меня лежит фильтр для воды, ножницы, которыми я по большей части стригу ногти и волосы, две веревки, одна силовая, другая расходная. Я ей ставлю и растяжки, всякие ловушки, и она у меня расходник. Из медицины дополнение у меня идет здесь салфетка специальная с лидокаином, жгут. Мыльно-рыльный набор, вот он, сейчас я его покажу, что в нем. Все собиралось по принципу летчиков. То есть мини-фонарик запасной, то есть основной у меня в сумке. Запасная зажигалка, основная у меня в кармане, в кошельке. Горелка газовая. Я ее убираю в сумочку, чтобы она просто не пачкала ничего. Здесь две салфетки, чтобы протереться. Зеркальце пластиковое. Туалетная бумага и кусочек мыла. Когда я куда-то уезжаю подальше, я еще кладу гель. Второй такой набор у меня в рукаве куртки. Сейчас я вам его покажу. Вот они, очень похожи. Но я их специально взял разных цветов, потому что это умывальные принадлежности сумочки, а это аварийный продуктовый набор мой. Чтобы я мог вот здесь вот сесть на вот этом красивом пенечке и, любуясь прекрасной осенью, дубовой рощей, озером вдали, мог что-нибудь перекусить. То есть это мой аварийный запас. Это не сухпайок, который я беру с собой на 3 дня. То есть это на случай, если вот что-то резко захотелось перекусить. Аскорбинка и шоколадка помочь продержаться тебе в лесу несколько дней. Также по принципу вот я ношу одну конфетку, одну витаминку и раскладную ложку. Она как в чехле у меня здесь. То есть эта сумка является еще и дополнительным защитой, потому что если бы ее не было, вещи промыкали, и стиралась бы упаковка, мялась очень быстро и рвалась. Плюс, я говорю, ложка всегда со мной. То есть куда бы я ни пошел, ложка здесь. Взял с собой банку тушенки, не надо тащить никакой дополнительный набор там продуктовый, где ложка, вилка, нож соединены. Просто легкая ложка. Я раскошелился один раз в жизни и купил титановую. Сделал на ней гравировочку. Спасибо Насте за гравировку, кстати. Очень приятная, легкая штука, безумно прочная.
Собственно, продолжаем дальше. В одном из нагрудных карманов у меня вот такая упаковка под документы и блокнотик со всякими бумажечками. Там сейчас QR-код у меня, вот, потому что мы привитые, да. Отдельно еще я хотел показать лопатку. Я ее уже показывал, сейчас их полно, даже титановые продаются. На ней у меня вот здесь закреплен магнитик. Позволяет много что искать по металлу. И в сумке у меня еще один запас еды. И вот я сейчас я думаю, оставить его или съесть. То есть слишком много я тащу запасной еды. Несмотря на то, что она маленькая. Там вот еще орехи, еще одна шоколадка. Это все равно запас аварийный. И вот тут аварийный запас, там аварийный запас, тут понемножку. Как результат получается уже множко. То есть я же помимо него беру еще нормальный паек. То есть вот у меня сегодня маленький рюкзак, я не иду с ночевкой, гуляю, и он я взял там перекусон. А этот я просто так таскаю. Подумайте, нужны ли вам такие вещи? Я, например, отказался от тросовой пилы, второго фонаря большого, то есть чтобы что-то там экстренно подсветить или подать сигнал, его мне хватит. Также здесь нету еще одной вещи, они у меня просто закончились. Это запасные патроны к моему пистолету. Соответственно, сигнальные ракеты. Вот. Я вот тоже, наверное, положу сейчас дошью чехол. Типа такой сумочки. Эти сумочки стоят на AliExpress рублей 200. Это тоже 170, по-моему. То есть получается набор полностью водонепроницаем и удобно для переноски. Конечно, 2 литра мне уже маловато. Я бы с удовольствием взял 3. Но, к сожалению, есть только 5. А 5 уже стоит довольно дорого. Вот. Я подумаю. Вот, и может быть я что-то переделаю. Пока набор вот такой. Собственно, я его практически не чувствую себя на спине. То есть у меня есть и аптечка, и два варианта. Все дублируется. То есть запасная зажигалка, помимо той, которая лежит у меня в моем кошельке. То есть тут еще у меня свисток, рыб снасти, флешка, дополнительные кремни для разведения костра. Короче, дофига у меня барахла, которая мне, в принципе, поможет выжить. Надеюсь, вот, все это мне разом не пригодится. Вот, разбираюсь понемножку. Ну, желаю вам всем удачи.